Основатель кыргызской школы балета Чолпонбек Базарбаев скончался в этот день 18 лет назад. Трагическая автокатастрофа унесла жизнь человека, который своим трудом внес большой вклад в становление национального театра, хореографического искусства и духовного наследия Кыргызстана. Он также признан мировым балетным искусством. Об этом свидетельствует его образ во многих известных спектаклях. Тему продолжит Бекмамбет Асанбекулу. Знаменитый артист балета Чолпонбек Базарбаев сумел достичь вершины творческого успеха. Народный артист Советского Союза до сих пор воодушевляет последователей своего творчества. Выступая в составе кыргызского драмтеатра, Чолпонбек Базарбаев уже в 1966 году гастролировал в театрах Москвы и Ленинграда. С 67 по 68 год учился по обмену в Московской хореографической академии. Каждый год проходило по нескольку десятков спектаклей с его участием. Среди них «Лебединое озеро» Чайковского, «Жизель» Адольфа Адана, «Тамирис» Улукбека Мусаева. В 1993 году артист возглавил национальный драмтеатр, в котором ранее был солистом. Чолпонбек Базарбаев – настоящая звезда кыргызского искусства. Он побывал на сценах театров по всему Советскому Союзу. Вместе с творческой заслугой нужно упомянуть его вклад в культуру на административной должности. Он руководил академическим театром, работал заместителем министра культуры. Под его началом выросли многие известные сегодня артисты балета. Классическая хореография помогла Базарбаеву расширить и добавить новые краски в палитру исполнения образов. Художественная манера исполнения сложной техники танца, пластика, спортивный стиль и неустанный труд стали его визитной карточкой. Жаль, что он так рано ушел из жизни. Его за границей многие знали, и благодаря ему, его мастерству, исполнению за границей, многие знали, что такое кыргызский балет. На сегодняшний день мы своих детей также воспитываем, учим, чтобы они стремились к таким же высотам. Чолпонбек Базарбаев ушел со сцены на пике мастерства. Его карьера и творчество стали большим примером для отечественной балетной школы. Бекмамбет Асанбекулу, Турара Нарбеков, ЛТР, Бишкек.